Но очень хочется гордиться за свою страну, за ребят-спортсменов, которые представляют. Мы же гордимся, ну, Олимпиадой нашей, да? Мы гордимся хоккеистами. У меня папа был учителем физкультуры, и матчи перед телевизором все смотрели, ну, всей семьей. То есть я отслеживаю, да, за тем, что творится вот в нашем спорте. Вот про футбол вообще какая-то... Что-то в России дураки и дороги, вот, мне кажется, и футбол уже какая-то третья такая же тема для шуток и для анекдотов. Может быть, просто в корне всех уволить и набрать новых уже ребят? Ну, мне кажется, от этих ждем уже каких-то чудес небывалых. Они уже рассказали, уже показали, что не будет чудес.